Если не все пярну. Но здесь они еще не сданы, еще видно. Но в некоторых окнах уже люди живут. Я тоже въехали. Сначала некоторые попались, а вот другие с занавесками. Да. Значит, живут. Часть, наверное, домов еще не куплены, квартиры. Может быть, тут тоже такие варианты есть, что сами не делают, можно. Наверное, да. Это может быть дешевле получается. Так люди кровати поставили, тепло есть, электричество, ну, да, вода, да. Все есть. Здесь-то в этих домах точно есть. И почему? Потому что это не такие, как у нас, что таунхаус, а это квартирный дом, поэтому они тут они все подводят. Одно будет болеть голова, только бы он все эти работы сделал. Только бы он это все сделал. Раньше я еще верила, а сейчас мне просто ни капля веры не осталось. Как бы еще так добиться, чтобы он все это сделал, а то может и останемся с носом. Первая маршрутка. Вот как раз вот тут и останавливаюсь. Ага. Я и спрашивал. Сказали, оттуда вот от лесополосу эту пройти. Эту дорогу, вторую дорогу. И тут, говорит, у магазина, вот тут магазин на строительный. Тут, говорит, мы... Маршрутка. Ага. Маршрутка, вот это, по-моему, 531-я, да. Как она как до Ладожского, да? На Ладожского, ага. Да. Главное, все дома взлетная 12. Ну, оба корпусы, не? По корпусах. Наверное, да. Вот эти все дома, папа, да. Все взлетная 12. Видишь, тут взлетная 12, там взлетная 12. Здесь наша. Вот, наша может быть, буквы есть, какие-нибудь корпусы. И там взлетная 12, да? Здесь наша парковка.